Ребята, привет! Зашла сегодня снова в Крогер. Хотела вам показать, почем сигареты. Значит, смотрите, вот Marlboro 7.15. Есть вот такие по 9.58. Но я так понимаю, что это за пачку. 7.75. Сравните с ценами в России. Такие же цены. Вот такие вот черные по 7.15. И я так понимаю, что, в принципе, должны быть еще налоги на них. Вот такие вот Camel есть. Надолго не буду видео делать, просто покажу цены. Сами смотрите. Это блок, да? $92. Это блок, что ли, за блок? $85. Как вам? Camel блок $79. В России такие же цены, ребята? Мне просто интересно, или еще выше? Чем в Америке. Вот. Это, наверное, табак какой-то. Пайнкат. Для сигары, наверное, какие-то. В общем, не разбираюсь я в курительном. Вот, думаю, покажу вам, что почем. А еще есть формула для детей. Вот такая очень популярная. Вот это вот Similac. Вот цена, смотрите сами. $43, ну $44, грубо говоря, за бутылку. Формула, причем закрыта на замок. Так же, как и закрыты сигареты. Я так подозреваю, что это очень дорого, поэтому все закрыто. Значит, смотрите, здесь тоже вот такие цены. $19.49. Здесь $19.49. За маленькую банку. Вот. Как формула в России, почем стоит? То есть эти продукты, которые как бы я не пользуюсь. Вот L&M, вот 7.31, Marlboro вот 6.11, 9.20. Вот. Так что скажите мне, как вам, как вы считаете, цены сопоставимы или это дорого?